Все заводы работают в штатном режиме. Все заводы работают, я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. В пределах 100-150 человек, практически на всех крупных заводах. Ну, есть людей, которые как бы... Которые работать не хотят. Команда такая, не сдерживает этих людей. Ведется с ними беседа определенная. Ну, 150 человек на каком-то предприятии, даже 200 по году не делают, во-первых. А во-вторых, надо понимать, что плохой президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, ну что ж, мы их не заставим. На сегодняшний момент финансово-экономическое состояние полностью стабильное. Заработная плата 1487 рублей. То есть 1500 средняя зарплата. Так точно. Это по итогам за первое полугодие. Темп роста объема производства к прошлому году 116%. Так что за проблемы тогда на предприятии? На предприятии нет проблем. Их с работой, колл-договор, все условия выполняем. Работа. То есть работа у людей работа есть. Коллективный договор выполняется. Полностью. Сколько работает? Среднесписочный 4200. 4200, да? Да, это включая филиалы, это СК «Неман», подразделение. То есть практически по зарплате, по работе? Мы ведущие в отрасли. Среди машиностроительных предприятий мы держим первое место в 2020 году по результатам каждого месяца. Вам здесь объяснять им нечего. Что еще надо? 1500 рублей заработная плата, перспектива, нормально люди работают, что им объяснять? Им не объяснишь. А их просто надо один раз предупредить, кто выйдет за ворота, назад не вернется. Это же предприятие, оборонное предприятие. Что тут объяснять? Это главный конвейер нашего завода. На двух линиях конвейера собираются все изделия, которые мы разрабатываем и производим. Абсолютно под контракт. Все, и малые, и большие. Малые, большие, по процепу, и вот сейчас пропускные машины. Ну вы подходите сюда, то потом скажете, что президент вас обошел. Подходите, чего вы? У меня свой как бы вопрос. Как вообще будут в этом году стимулироваться многодетные семьи? Как будет вообще строительство для них? Сколько? Трое детей? Да. Трое. В следующем году останутся в очереди многодетные, которые квартиру получат в течение года. Программа разработана, мы ее сейчас выполняем. Вот так будет решен вопрос.